представляется, как вас зовут, что вы сегодня будете представлять. Вижу уже там название бренда, но даю на откуп вам, чтобы вы его как раз представили всем тем онлайн-зрителям, которые находятся у нас. Меня зовут Ольга Комракова, я международный визажист Clarins. Сегодня я представляю вам новые весенние тренды. Но вообще, говоря о трендах и о Clarins, мне очень приятно, что бренд, никогда не изменяясь себе с конца 90-х, когда был создан макияж, сейчас в невероятном тренде. И это лишнее доказательство тому, что нужно всегда делать то, что вы считаете правильным, и ваше время придет, и вы обязательно будете у всех на устах, и о вас узнают. Вот сейчас происходит это с брендом Clarins. Мы очень много над этим работали. В разных абсолютно сферах. Возможно, вы знаете, что бренд Clarins сотрудничает с Игорем Чепуриным. Мы с Юлечкой познакомились на одном из показов Игоря, и это потрясающий повод говорить о Clarins как о фэшн-макияже. И все больше профессионалов обращают внимание на средства макияжа Clarins. И действительно, есть средства, которые могут использовать профессионалы в своей работе. Это всевозможные базы, фиксирующие средства, ну и, конечно, потрясающий уход Clarins, который всегда является началом вашего успешного макияжа. Предстоящей весной нас ждут много интересных средств для губ. У нас сразу запустились и матовая, и такая глянцевая с очень драматичным цветом текстура. Я еще даже пока не знаю, что я сделаю сегодня на губах. Возможно, я покажу и то, чтобы посмотрели два варианта, почему бы и нет. Вот. Но сегодня в основном мы говорим о таких основополагающих трендах Clarins. Это идеальная сияющая кожа, которую вы уже можете наблюдать на моей модели. Я смешивала несколько средств, обожаю смешивать средства Clarins. Я смешивала потрясающую базу SOS Primer в розовом оттенке. Смешивала базу Instant Smooth. Это база, которая придает лицу матовость и гладкость. И эти две базы я смешала с омолаживающим тональным флюидом Everlasting, что привело с легкостью вот к такому результату. Я наносила спонжем влажным. И себе это сделать очень легко, особенно если у вас есть все эти средства. Слушайте, но то, что вы рассказали, это уже достаточно интересно, потому что действительно очень нежное, такое прямо... Как главное, вы... естественно, да. Это очень важно для Clarins, чтобы кожа выглядела абсолютно естественно. Очень по-настоящему, да, очень-очень прям. Это приятно слышать от мужчин, да. Потому что мужчина всегда видит, когда есть тон на лице. Да, вот я хотел бы уточнить, то есть, ну, мы видим естественный цвет лица, а косметика предполагает, ну, то есть, то, что мы видим, это какой-то фэшн-макияж или повседневный, обычный, ну, то есть, как вы бы... знаете, я вижу свою задачу как некого переводчика фэшн-трендов на язык повседневный, чтобы каждая девушка могла, вдохновившись каким-то фэшн-трендом, выглядеть модно, но в то же время, чтобы этот макияж был носибельным. И мне кажется, что это как раз одна из таких основных вот. Задач. Я сейчас предлагаю дальше как бы нам не открывать пока завес, пока хорошо, у вас будет продолжение вашей работы. Конечно. Мы придем на предмежуточный результат, и вы расскажете нам по полочкам разложить, хорошо, что же хорошо, можно приходите сделать с этой прекрасной косметикой Clarins. Движемся дальше. Ну что ж, да, Trends of Beauty 2020 набирает обороты. Не знаешь, что у нас здесь происходит? Расскажи, пожалуйста. Ты говоришь о том, что как я могу... Улыбайся. Clarins. Правильно я произношу, Ольга? Clarins. Clarins. Да. Все. Я уже себе две тату набил с прошлыми названиями. Теперь буду бить и Clarins тоже, чтобы запомнить но надолго. Вы правильно произносите, если бы это был американский бренд. Но так как Clarins бренд французский, то немножечко по-другому произносится. К сожалению, французским не владею, хотя нужно бы. Начните со слова Clarins. Clarins, да. Теперь я буду приезжать во Францию и просто буду говорить Clarins, и мне вас будут все поменять. Вас все абсолютно поймут, я уверен. Скажите, пожалуйста, что на данный момент мы можем увидеть и чем вы пользовались в конструкции, если можно так сказать, данного мейкапа? На данный момент я практически закончила макияж. Мне буквально осталось несколько финальных штрихов. Хотела бы представить новый продукт, который я использовала для губ. Это Lip Milky Mousse. Очень интересный такой блеск, который все-таки играет с текстурой и уходит в матовый, когда фиксируется на губах. И мне очень нравится современный тренд, когда мы наносим блеск или помаду вот такой конусообразной кистью.
выходя слегка за контур. То есть происходит такая растушевка, очень незаметно увеличивающая губы. Можно это сделать где-то на, наверное, ширину в половинку кисти. Получается очень естественный такой блер-эффект. Это один из трендов, который вплетается в философию Clarins. Поэтому я с радостью применяю его и в жизни, и на модных показах. И в данном макияже мне буквально осталось освежить скулы румянами. Как правило, мы выбираем румяна в тон губам. Акцент сегодня на глаза. Мне очень нравится акцент на глаза. Обожаю подчеркивать глаза Юли, в принципе, но и глаза каждой женщины – это действительно отражение ее души. Я ничего нового не скажу, но Clarins – бренд очень романтичный, и для нас важна индивидуальность женщины. Поэтому все, что мы создаем на лице, это подчеркивает истинную красоту женщины, ее настроение, это то, как она общается с миром, тот месседж, который она несет каждый день. И для нас макияж — это именно обрамление такой вот внутренней женской истории. Я буду использовать румяна, которые выглядят достаточно яркими, но это такая весенняя коллекция, которая создает настроение. Это очень прозрачный пигмент, на самом деле. Вы сейчас увидите, насколько этот цвет наносится легко. Я оттеняю выступающую часть скул, и мне очень нравится наносить в весеннем макияже слегка румяна на переносицу. Это та зона, где нас как бы целует солнышко, да, где у нас выступают веснушки. И если зимние макияжи, они такие немного холодные по настроению, по оттенкам, то в весеннем макияже мы чуть-чуть оттаиваем и становимся более теплыми в нашем тоже посыле к миру. И мне кажется, что вот такой девичий жест, когда слегка мы касаемся румянами переносицы, очень хорошо освежает любой образ и создает уже такой поцелуй солнца долгожданного. Скоро солнышко будет высоко, и все еще, причем теплые оттенки, будут смотреться очень комплементарно. Вот такой образ весенний. Сейчас я присоединюсь. Действительно, это вы правильно сказали, весенний образ, потому что он, как Сергей озвучил, он естественный очень, как он сказал, настоящий. Вот настоящий, действительно, мы определяем, что вроде бы особо ничего не изменилось, но какие-то акценты на глаза, на губы, они есть, и это прекрасно, это приятно, и это можно сделать все вместе с Clarins. Спасибо. Вам спасибо за то, что это где можно приобрести, купить, где Clarins заказать. Clarins очень много где продается. У нас есть свой сайт Clarins.ru. Мы сотрудничаем со всеми ведущими сетями в России. Это Иль де Ботель, Этуаль, Ревгош. Вот, но если вы хотите абсолютно точно быть уверены в том, что вы приобретаете подлинную продукцию, то, конечно, лучше обратить ваше внимание на сайт Clarins.ru. Друзья мои, записываем, фиксируем, понимаем. Спасибо вам большое, Ольга. Спасибо вам. Мы запомним надолго эту весеннюю атмосферу от Clarins. Я уверен, что каждый из тех, кто смотрит сейчас, тоже отметил для себя. Как минимум галочку поставил. Большое вам спасибо, это очень красиво. Ну что ж, а мы переходим к... Все сделано, модель готова. Женя, вручай. Всегда можно сделать что-то еще. Да, конечно, но мы уже... Визажист не может остановиться вовремя часто. Мы не могли не пройти вас мимо. Благодарим вас за участие, за то, что вы нас познакомили с таким прекрасным брендом. Спасибо вам. И я уверен, что вам благодарны не только все присутствующие, но и вот те люди, которые находятся там. А самое главное, мы хотели донести от Владивостока до Калининграда, показать значимость каждого бренда. И каждый должен найти для себя тот, который ему по нраву. И уверен, что мимо такого продукта не смогут пройти все работники данной индустрии. Большое спасибо за теплые слова. Действительно, очень важную вещь вы сказали. Люкс – это выбор в первую очередь. И мне кажется, что самое главное, что дает сейчас люкс-индустрия нашим женщинам, это выбор. И каждый идет к бренду, к человеку, который находит отзыв в сердце. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Ну что ж, мы...